Итак, начинается второй период. Фрэнсис входит в зону Чикаго. Айсберт его атакует, и шайба у ястребов. Вызовите полицию. Пропала моя дочь. И кто-то пытался меня убить. Покажи, где это случилось. Чем могу помочь? Это Мэтью Холмарк, секретная служба. Да, вице-президента Холмарк. Что ж, я вижу, о нем заботиться, раз прислали лучших агентов. Мне не до шуток. Поздоровайтесь. Это вице-президент Бендер. А теперь поговори со мной. Кто ты? А это важно? Да. Я разочаровавшийся патриот, желающий удовлетворить свои амбиции. Сколько трупов? Включая агентов секретной службы. А почему вы всем говорите, что вы секретная служба? Если это секрет, его нельзя никому открывать. Сколько трупов? Один гражданский. Но здесь много кандидатов. Больше никого не убивай. Ты же знаешь условия. Перевод всей суммы до конца игры. И не вздумайте штурмовать ложу или выводить людей со стадиона. Никаких вертолетов и полицейских машин на этой территории. Твои требования нереальны по времени. Я оптимист, Мэтти. Мы знаем, что вы проверили счета, а значит, лед тронулся. Кстати, не вздумайте переводить деньги на счета банков Бентли. Я прекрасно знаю, что это вывеска ЦРУ. Ты работал в секретной службе, напрасно тратишь часть нереальных сроков. Он действительно может это сделать? Убить вице-президента? Похоже, он слишком много знает. Челос идет по правому борту. Его встречает Оливер, и очень удачно. Пингвины Питтсбурга снова в атаке. Хогут посылает шайбу Робби Тейлу, но очень слабо. И где эта верзила в костюме пингвина? Она была здесь? Мне нужно в главную ложу. Сожалею, но это невозможно. У тебя нет пропуска. У моей дочери тоже нет. Вряд ли она там. Давай вызовем ее по трансляции. Может, она заблудилась? Ты мне не веришь. У пингвина был пистолет. И ее тоже вызовем. Ты сказал, ее зовут Карла. Надо же, прокололся. Ты ведь не называл ее по имени, правда? Нет. Что здесь происходит? Ты пошел ты со своим ребеночком. Где она? Не знаю. Она в главной ложе? Возможно. Может, ее пригласили на ужин. У тебя сейчас ухо отвалится. Ну ладно, ладно, ладно. Мы отвели ее в ложу. Наши люди здесь повсюду. Весь стадион заминирован. Мы можем взорвать весь этот комплекс. Кто вы? Террористы? Я не террорист. Я профессионал. Как мне попасть в ложу? Никак. Даже не пытайся, если хочешь увидеть ее живой. Ah!